Проблемы с поддержанием постоянного давления воды в трубопроводе загородного дома остаются в прошлом. Теперь для полноценного обеспечения ваших потребностей в воде за городом больше не потребуется долго подбирать скважинный насос, дополнительное оборудование к нему, блок управления и гидробак. Концерн «Грундфос» представляет готовое решение для водоснабжения загородного дома или дачи, комплект поддержания постоянного давления «Грундфос СКЕ». В комплект СКЕ уже включено все необходимое и правильно подобранное оборудование. Экономичный и долговечный скважинный насос серии СКЕ со специальным кабелем для использования в питьевой воде. Компактный мембранный напорный бак. Блок управления ЦУ-301 для контроля и регулирования насоса. Манометр и дополнительные принадлежности для облегчения монтажа. Скважинный насос Grundfos серии SQE выполнен из нержавеющей стали и современных композитных материалов. Его диаметр составляет всего 74 мм, что позволяет использовать скважину диаметром от 76 мм и таким образом значительно снизить затраты на бурение. Современные стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели и газовые котлы нуждаются в поддержании постоянного давления в трубопроводе. Скважинный насос SQE работает с переменной частотой вращения вала, то есть насос может изменять свою производительность в зависимости от потребления воды, что обеспечивает постоянное давление в системе независимо от количества открытых кранов и работающих бытовых устройств, что также влияет на поддержание постоянного температурного режима в смесителях. Поставляемые насосы SQE уже полностью собраны. Процесс монтажа комплекта интуитивно понятен и занимает совсем немного времени. Насос SQE оснащен системой плавного пуска и останова, что позволяет избежать гидроудара в системе и предотвращает перегрузку сети во время запуска, что может быть особенно важно, если электричество идет через блок бесперебойного питания или от генератора. Насос защищен от сухого хода. Двигатель автоматически выключается при недостатке воды в скважине. Также предусмотрена встроенная защита от перегрева и скачков напряжения. Контроль и регулирование работы насоса осуществляется с помощью блока управления ЦУ-301. Выставить комфортное для вас давление, понять, что в данный момент насос работает или возникла авария, можно, взглянув на панель блока. Блок управления позволяет полностью управлять насосами серии SQE, обеспечивая двустороннюю связь с насосом, дает возможность регулировать давление, сообщать о возникновении неисправностей, а также управлять установочными параметрами насоса. Для особо тонкой настройки или обнаружения неисправностей профессиональные монтажники и специалисты сервиса могут использовать Grundfos Go — беспроводной способ управления системами Grundfos с помощью смартфона и специального адаптера. Настройка блока управления ЦУ-301 очень проста и не требует много времени. Напорный бак в комплекте SQE Pack имеет объем всего 8 литров, представляя собой практичное решение в экономии пространства вашего дома. И этого объема совершенно достаточно для идеальной работы системы с регулируемым насосом. Комплект поддержания постоянного давления Grundfos SQE. Готовое решение для вашего удобства. Поставил и забыл.